Свобода от всего низменного, замутняющего чистоту творческого духа и в первую очередь от материальных ценностей. Такой постулат украшает один из экспонатов на выставке под странным названием «Антресоль» в выставочном зале мастерской современного искусства «Шестой этаж». Антресоль – это вообще, все знают, что в бытовом смысле это полка в квартире, где хранятся разные вещи, как на складе. Вот у нас здесь тоже есть такой небольшой склад, где художники забывают, в кавычках, конечно, свои работы после выставок. И за 5 лет этот склад стал очень большим и стал сам как музей. И вот мы решили частичку этого музея показать, как бы вывернуть наружу этот склад и создать из него еще одну, еще одно красивое пространство, еще одну красивую экспозицию. Мастерская современного искусства существует уже почти 6 лет. В сентябре прошлого года она отметила свой первый юбилей, однако специальную экспозицию, посвященную памятной дате, смогли создать только сейчас. Поэтому выставка «Антресоль» почти юбилейная, как по-домашнему называют ее кураторы и студенты. Воплотить в жизнь концепцию идеи праздничной экспозиции удалось студентке 3-го курса Даяне Ворониной. Девушка на протяжении 3 лет реализует различные проекты в мастерской и является частью большой семьи 6-го этажа. Когда мы заговорили о том, что нам исполняется 6, и это все оказалось так символично, что нам захотелось внести сюда как можно больше элементов из той культуры, которая была представлена у нас. А это совершенно разные жанры искусства, это форматные и неформатные жанры. И нам хотелось разделить зал на множество небольших, но очень емких и глубоких, как нам показалось, залов. В экспозиции представлены работы авторов, которые творили в разное время и в разных стилях. Живописцы, скульпторы, фотографы – все эти люди по-своему видят и воспринимают окружающий мир. А мастерская современного искусства помогает им донести это откровение до остальных. Лично я творю в разных жанрах, и этим, кстати, уникален 6-й этаж. Здесь можно выставлять все, что угодно, от совершенно нетрадиционных техник до станковой живописи. И у меня было 2 персональные выставки, и еще я участвовала в каких-то совместных выставках, и каждый раз было совершенно разное. Свободные художники, творцы, полет мысли которых иногда непонятен обычному обывателю, каждой неординарной личности найдется место на 6-м этаже. Мастерская славится своими яркими выставками, и это, почти юбилейное, не является исключением. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.